Прес-секретарка президента Юлія Мендель за порадою антикризового радника голови Офісу президента Михайла Подоляка розглядає можливість судового позову до політика Геннадія Балашова через його заяви про її вагітність від Зеленського. Про це Подоляк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Він вважає, що це має бути великий позов, максимально великий, на астрономічну суму, і ці гроші автоматично мають бути зараховані на будь-який дитячий будинок. На запитання Радіо Свобода, навіщо Офісу президента і безпосередньо прес-секретарці Юлії Мендель взагалі було реагувати на заяву Балашова, Подоляк зазначив, що на це треба було відреагувати обов'язково, і додав, що форма, яку для цього обрала Мендель, була хоч і суперечливою, але правильною для тієї аудиторії, яка накручувала цю тему. Вот такой вот скандал разгорелся после того, как в эфире 4 канала мы поставили несколько вопросов и поставили допущение, что если президент себя так ведет, и слухи вокруг него ходят, и задали вопрос, в том числе телезрителям, а персона президента не является не сегодня необсуждаемое. Мы должны обсуждать и семью президента, и его положение, потому что состояние психическое президента, оно важно для страны. Это символ государства, и все его похождения, они, безусловно, всегда будут обговариваться общественно. Когда мы так поставили вопрос здесь, в эфире, то вот спустя уже месяц продолжают это обговаривать. Это говорит о том, что непрофессионально работает пресс-служба президента Украины. Непрофессионально работают вот такие, как Подоляк. Это новый, так сказать, в апреле, по-моему, месяце он пришел на должность замглавы администрации президента или офиса президента, зам Ермака. И этот зам Ермака в эфире начал высказываться о том, что надо подавать в суд. Так вот он там высказал несколько допущений, а так как, учитывая, что он сам является должностным лицом, он занимает высокую иерархическую позицию в Украине, он влияет в какой-то степени на суды, на прокуратуру, на милицию, он дает советы президенту, он дает советы Мендель. И вот я вынужден теперь подавать в суд на администрацию президента, на офис президента. И я как блогер буду подавать в суд, потому что задеты мои честь и достоинство. В том плане, что он распускал в этом интервью, оно распространилось на «Украинской правде», оно было, брали журналисты «Голоса Америки», и он распространил там то, что мы распространяли эти слухи. На самом деле мы всего лишь задавали вопрос, что если. И поэтому мы будем подавать в суд, во-первых, на угрозы, а угрозы исходят от должностного лица Подоляка, а угрозы исходят от должностного лица высокого ранга, из офиса президента. И, соответственно, я думаю, что этот суд его заставит прийти на канал и опровергнуть все, что он сказал в эфире. И особенно извиниться перед блогером в том плане, что он фактически угрожал расправой, потому что он говорил о каких-то космических цифрах, о каких-то космических судах, а самое главное, что он эти деньги уже распределил в какие-то космические детские дома. Вот поэтому мы будем подавать в суд на Подоляка и на офис президента Украины за оскорбительные высказывания в сторону людей или в сторону меня как гражданина Украины, который задает вопросы. В том числе, да, и такие вещи, а что происходит с нашим президентом. Я считаю, что это важно, и общественность должна знать. И у нас, кстати, продолжает висеть вопрос, который уже висит полтора месяца. А где жена президента? А что происходит с администрацией президента? А что происходит с президентом, который вот недавно буквально посетил магазин? В окружении 20 репортеров, многочисленной охраны с огромным кортежем, он показательно зашел, покупал чашечку кофе. Вот такие моменты мне как отцу, а в какой-то степени Зеленский мне в дети годится, мне как отцу хочется отшлепать его. Буквально, потому что то, как ведет себя президент в последнее время, я вижу, что он занимается дурака валянием. Он кружит вокруг Киева, не въезжает в Киев и фактически прячется от общественности, нам выставляя на показ вот эти свои похождения. То в магазине, то купание в море, то ненужные совещания, то поездки в отсталые страны.